18 февраля в 17 часов 30 минут в Москве, у себя на квартире в Кремле, от паралича сердца скоропостижно скончался народный комиссар тяжелой промышленности, член Политбюро Центрального комитета Всесоюзной коммунистической партии большевиков, товарищ Григорий Константинович Орджоникидзе.
года. Очень понравился. С таким, говорит, коллективом можно жить и творить чудеса. Это верно. Вторая встреча, это была в сентябре месяце в Кисловодске. Прошло приблизительно полгода после того, как я была у него с письмом. Он узнал меня и прямо говорит: товарищ Боровик, ставил прибора? Да, говорю. Как приятно опять встретиться, я говорю, с тобой, товарищ нарком. Приблизительно минут 20 мы с ним рядом беседовали, шли вместе с ним. Он так по-отцовски, так заботливо спрашивал: как работаешь? Как работает ваш коллектив завода? Как живешь? Есть ли семья? Учатся ли дети? В каких условиях? Товарищи, после такой встречи, после такого разговора, тяжело вспомнить, что его нет больше с нами. Но я думаю, товарищи, что его бессмертное имя никогда, никогда не умрет. Оно останется в сердце сердцах всего рабочего класса нашего союза и, в частности, рабочего коллектива нашего завода, который носит имя Сергея Орджоникидзе. Столица, сердце великой страны социализма. Великий вождь, руководители партии и правительства у гроба большевистского полководца. Славой побед гражданской войны.
часы двух сталинских пятилеток, рассвету которых отдана была его замечательная жизнь. Стахановцы, которых неустанно вел Серго к героическому труду, к трудовым подвигам. Сталинские питомцы, которых Серго воодушевлял на героические завоевания в воздушном пространстве. Объятых единым огромным горем, отдают последний долг любимому Серго. Вот теперь тебя, дорогой товарищ Серго, нет с нами. Тяжесть этой утраты неизгладима. Ее с болью будут переживать все трудящиеся нашей страны. Мы потеряли тебя в момент, когда наша страна достигла торжества социализма.